Мотор. Погнали? Погнали. Хотел сказать, что я лошара. Немножко пожег себе кожу. Видно? Ну, да, видно. Короче, воспользовался кислотой. Вот она, эта красная область. Воспользовался кислотой, которая отшелушивает, блин. Это мне скатка. Кажется, сильно. Я просто надавил, и дня три назад появилось сильное шелушение. Сегодня вот смыло, блин, вот такое появилось. В итоге, блин, нахрен это я делал, вообще не понимаю. Эти, блин, средства меня только гробят, блин, и уродуют. Ничем не пользовался, все хорошо было. Сейчас начал, блин. Ты начал пользоваться, потому что после Пхукета у тебя шелушится все лицо. Ну, я думал, это мне поможет, в итоге только хуже, блин. Вот реально, у меня один крем, блин, и один шампунь. Все, я теперь, блин, с сегодняшнего дня только этим буду пользоваться. Нахер надо? Угу. А то я вообще весь осыплюсь, блин, как, не знаю, дерево, блин, осеннее. Ну и хотел еще немножко рассказать про всякие ништячки. Короче, смотрите, купил вот такую коробочку от компании Орика. Она алюминиевая, предназначена для того, чтобы, да, SSD-шник ставить. Сейчас там внутри NATAC на 2 терабайта установлено, и вот я вот монтирую. А свой Extreme Pro, который я на Пхукете купил, помните, показывал, Катюхе отдал, потому что наши предыдущие почему-то отваливались и херового качества. Я их в итоге в онлайн-трейд сдал, нам должны были ответить на этой неделе. Либо деньги вернуть, либо новый товар дать. Вот, и в целом вот эта штукенция офигенная, она и по размеру небольшая, и ни хрена не весит, и то, что я отдельно туда SSD-шник купил на 2 терабайта, блин, за 8000 рублей, это вообще огонь. А эта коробочка, она тоже быстрая на самом деле, там разные стандарты бывают, здесь максимальная скорость передачи данных 2000 мегабайт в секунду, но это максимум, который есть на материнской плате, не поддерживается USB 4.0. Сейчас многие девочки такие, что ты, блядь, ты разговариваешь, вообще непонятно. Понимаю, там кислоты, HIM, там, или как они там называются, сам не знаю. И про компьютер, иди сюда. Игры просили показать. Я в последнее время, как начал монтировать, вообще перестал играть. Вот из того, что у меня установлено Battle Beat, один раз запускал Бимка. Ну, тоже несколько раз. В основном в контру играю. Киберпанк, ну, играл, да. Какое-то время у меня там проблема была с тем... Ну, сейчас на меня надо, пока я что-то рассказываю, надо на меня, на картинке. Так точно. Когда она только вышла, начал проходить, заглючил на каком-то уровне, вот спустя 2 года начал играть. Forza один раз запускал с момента покупки компа. Microsoft Flight Simulator последний раз 30 мая запускал. Ну, вот это крутая игра. OpenTDT. Офигенная. Транспортикен Делюкс, если что. Понимаешь, женщина? Или нет? Нет. О, вот это вообще супер пушка. Но тоже последний раз запускал я ее 9 июня. Teardown 8 июня запускал. И гоночки твои любимые. В Wreckfest, смотри. 20 числа запускал. Вот. Ну и в основном у меня комп используется для монтажа. То есть я видеокарту брал для того, чтобы перемалывать видосы. Но учитывая, что сейчас снимаю Full HD, вообще у меня ролики за 1,5 минуты рендерятся. Это вообще супер пушка. А сейчас у нас что, какие планы? Поедем в онлайн-трейд, заберем подарок. Сейчас поедем на днюху. Я взял Apple TV дешево. У меня было много бонусов. И плюс еще сейчас придут, потому что я через СБП заплачу, а там плюс процент еще дают. И тортик мы возьмем, свечки. Mm-hmm. Должно быть весело. Заодно мы покажем Андрюху, Лесю. Я не особо люблю других людей снимать, я что-то в основном себя. Это а то мне тоже там постоянно говорят, что я как нелюдимый, друзей нет. Я вообще хочу сказать, что не очень верю в друзей. Я всех считаю временными, хорошими знакомыми. И твои друзья – это твоя семья. Все. Вот я только в это верю. Может, я итальянец в прошлом, потому что у них тоже нет друзей, только семья. Mm-hmm. Вот. И эти люди, и то в семье столько, да, бывает всякого говна, люди и предают, и т.д. и т.п. А внешние, ну, это как бы ни о чем. Поэтому для меня все временные, хорошие знакомые на разных этапах жизни. А так их, если пособирать, я не знаю, 2 года буду только по одному влогу про каждую персону, блин, снимать. Если вот именно знакомые. Ну, просто у каждого свои дела, и т.д. и т.п. Все, погнали. Про майку, я кстати, уже это спрашивали. Хорошо. Это майка Дикис. А вот это ее не купите, она только на Брукетске продается. Причем дорого. Бренд такой. Выше среднего, чуть-чуть. Что ты ноги показываешь?
Хочется Вещи. Мне так. Я так чувствую. Пошли. Андрей сейчас проходил, это расстроился, что я перестала снимать. Хотел трусишки вам показать. Будете свои. На Пхукете, ребята. Называется Hush Puppies бренд. Господи, какие они мягкие. Никогда у меня таких вот приятных на ощупь. По сравнению с другими, вот там Lacoste у тебя есть. Это обычно как хлопок такой чувствуется. А тут прям такие они мягенькие. Угу. Классно. Прям писюн скажет вам спасибо. Они маломерят, поэтому берите на размер больше. А еще у меня вот такие смешные кроссовки появились. Форсики. Уже где-то изговнякал. А еще прикол то, что у них подошва светится, когда на солнце чуть-чуть постоишь, потом заходишь в темное помещение, и вот заговнякал. Кстати, лайфхак девчонкам. Как определить, что мужик водит машину? Смотрите на пятку, если она чуть-чуть грязная, значит, он вот так вот часто делает, и, скорее всего, у него есть тачка. Имейте в виду. А как по пятке определить, это тачка «Жигуль» или «Порше»? А это никак. Это уже никак. Это чисто визуальное наблюдение. Я, если что, шучу. Все, теперь будем мне на канал снимать, держи. Катюху отправил за кофе, Серджио пицца. Сейчас будем ехать, пить кофеек, болтать. Потом заедем за подарком и уже в гости. Что хотел сказать, помните, пару влогов назад я вам рассказывал, то, что батарейки очень сильно подорожали для Кэнона. Но нашел я хороший вариантец за 5000 рублей. В итоге через Авито доставку взял. Вот. Ну, там оригинальная батарейка именно. Взял фото компании. Там она из комплекта шла. Не знаю почему. Ну, как лишняя, что ли. В оригинальном пакетике. Там компания с вот там 16-го года на Авито, и у них куча отзывов положительных, поэтому я не думаю, что кидалово. И более того, я умею определять, оригинальную или не оригинальную батарейку. Ну, а пока хожу с одной, и всегда вот в машине у меня пауэрбанк. Через Type-C камера заряжается. Вот. Но лучше, конечно, иметь две, потому что не всегда, блин, получается следить за этим. Может неожиданно сесть, и когда что-то хочешь записать, то получается большой облом. Вот. Ну, ничего, как спасение, в принципе, нормально. Тем более тут зарядка, она 22,5 ватта. Что еще хотел добавить? По поводу тачки, скоро буду заниматься всякими вопросами. Ну, после свадьбы, естественно. Что мне надо? Лобовуху заполировать, потому что появились мелкие вот эти сколы с дороги. Хочу дверью заняться, там к следующему лету, естественно, колеса поменяю, и хочу еще поменять масло в коробке передач. Это, блин, дорогая процедура, 60 тысяч рублей стоит, надо обязательно сделать, потому что сами знаете, какие сейчас цены на машины. Если я сейчас тему подниму, там, я уверен, в комментариях начнется такой пипец. Ну, сами все видите, сколько сейчас москвичи, блин, стоят лады по 2 миллиона. Я даже не буду вспоминать, как Шкоду свою 1.4-150 сил за 1.4 миллиона покупал, а 180 сил за 1.650 миллиона, блин, в полном пакете. А сейчас тачки в сратой, блядь, 2 миллиона стоят. Ну, короче, поэтому я хочу, чтобы Volvo максимально долго мне служила, и вот надо позаниматься. Но, опять же, только после свадьбы, потому что все дорого. Ну и пока тут скучаю в машине, покажу, на какую камеру снимает Катюха. Это Sony ZV-E10. С объективом 10-18 миллиметров. Очень прикольная камера. Вот у Sony, что мне нравится, она очень хорошо снимает ночные как бы кадры, потому что Canon в этом плане, конечно, послабее, но картинка мне на Canon больше нравится. И еще у Sony очень хорошие микрофоны. То есть вот эта пипка, которую вы видите сверху, это ветрозащита, причем она штатная. То есть шла в комплекте и очень удобно закрывает от ветра. Ну, вы, наверное, сами не слышали, когда у Катюхи хоть раз там где-то как-то пробивался микрофон, вот эти шуршания от ветра. А у меня тоже такие пипки стоят, только ну вот, наклеенные. Блин, не знаю, будет видно или нет. Я уже 100 раз, правда, показывал. Вот, вот эти такие. Пум-пум-пум. Ну, у меня еще есть, кстати, закрытые посты на ВК для донатеров. Я там, в принципе, фотки и описал, как снимаю, что снимаю, в какой монтажке. Так что, если интересно, читайте. Ну, естественно, вам надо будет присоединиться и стать донатером. От 100 рублей в месяц, в принципе, недорого. Это даже не кружка кофе. Сейчас, блин, кофе стоит 200-250 рублей. Вот. Ну, сами решайте. А то я что-то каждый влог об этом говорю, вы уже подумаете, что я корыстная скотина. Но нет. Я тоже стараюсь для вас генерировать контент. Ждете? Да. С двух камер. Здрасте. Ну, мы, короче, сейчас заедем в одно место, а потом к вам. Спешите сильно.
А мы не спешим, нам еще надо по делам. Только по времени. Ну, слушай, я не строил до вас маршрут. Ну, думаю, пару часов. Пару часов, чудесно. А что, ты хотел что-то успеть? Полимонить что-нибудь? Не знаю. Да, я хотел прическу себе. Даже красивую одежду выбрать. Нечего надеть, что будет. Все, забрал. Я думаю, будет очень рада. Даже новее, чем у нас. Классно. Я бы очень обрадовался. Ну, я-то это, люблю всякие проводочки, девайсы, штучки, батареечки. Ты, наверное, сначала удивлялась, да? Постоянно тебе нужны какие-то батарейки. Постоянно, а потом да. Прям как еда, знаешь, как воздух. У Андрюха опять что-то звонит. Да, Андрюх, еле доехали до ребят. Опять в центре глушилки работали. И пришлось немножко погеморроиться для того, чтобы найти этот поворот. Катюха кое-как там помогла, сориентировала меня. Ну, потому что тяжело в центре ехать. Там и много всяких улок, и камеры, и полосы, и народ едет. И у тебя все глючит. Ну ничего, доехали. Все, сейчас тобой свечки зажгем. Ну пока молчим. Ой. Ой, хорошо. На таком даже лучше. Четвертый, да? Угу. Я думаю, она рада будет. Почему? Это же не кокосовые свечки, обычные, самые дешманские. Поэтому и коптят. Так, именно свечи. Будем орать? Happy birthday to you. Да, ори. Ну, я думаю, там как раз что-то происходит. Сюда не. Я не знаю, а какой у них номер-то? Ну, значит, сюда. Вот 219. Ну, я не знаю, мне лбом звонить. Уйти, он сейчас. Завели еще. Он сейчас задуется. Привет, привет. Ну, давайте петь. Happy birthday to you. Блин, ну все уже. Аккаунт скинула, все. Ну, Катюха разминает. Фоторепортаж. Классно? Запиши на мою. Нет. Только на мою. На кого? Ну-ка, еще разок. Ну, иногда щекотненько. Запишешь? Да запишу. Господи. О, как классно. Прикольно мы, конечно, сейчас побегали. Время час ночи. Тачку поставили за 3-9 земель. На улице лупит дождь. Я вам только что показал. И мы насквозь мокрые. Сейчас придется волосы сушить. И ты тоже обязательно сделай. Камеру спрятала, как ребеночек. Да, я точно так же. Фу. Прикольно, звенели.